Сирень, сирень, я 006, прием. Сирень, я 006. Я сирень, 006. Слышу вас хорошо. Прием. Нахожусь у большого поворота за крутым логом. Выхожу из зоны действия связи. Следую заданным маршрутом, ночую на Волчьем острове. Прием. 006, вас понял. С первым выездом, лейтенант. Желаю успеха. Спасибо. Туман-то какой. Вот поспешай, пока не рассеялась. Опа. Хлеба на 2 дня. Лодку ставишь в лагуне. Варяг! Варяг! Ко мне! Ну что ж ты так гостей встречаешь? Все в порядке. Собака у вас хорошая, Наташа. Вас ведь Наташей зовут, верно? Косарев. Валерий Петрович, ваш новый участковый. Будем знакомы? Не сердитесь.
Варяг собака умная. Просто чужие здесь не ходят. Угу. Проходите в дом. Спасибо. А куда вы, Геннадий Иванович, от нас перевели? На повышение, в Охотоморск. Жалко. Хороший был человек. Да и привыкли все к нему здесь. Исключительный. Честно говоря, о себе тоже такое же мнение хотелось бы оставить, но это, как говорится, надо заслужить. Интересные портреты. Ваши? Мои. Даже с точки зрения криминалистики считается, что по лицу и глазам можно определить характер человека. А вы можете? В какой-то степени обязан. А вот этого человека я сегодня утром видел на причале. Он садился в лодку, куда-то плыл, в туман. Это Витя Колупан. Он немного блажной. Работает сторожем на кониферме. Это вы тоже по глазам прочли? Нет, Геннадий Иванович рассказывал. Брат? Брат. 5 лет работал на приисках, потом в городе автомехаником. Год назад принял лесничество, верно? Да, как похоронили родителей. У вас хорошая память. Все это вы про нас знаете. Извините, Наташа, профессия. Ничего, пойдемте пить чай. Благодарю. Наверное, скучно в этой глуши. Почему? А у вас глаза грустные. В них какое-то беспокойство. А еще что? А еще вы, наверное, любите музыку. Люблю. А танцевать вы любите? А вот танцевать я не люблю. Я пошутил. Вы учились рисовать? Да, училась. Но художественное училище пришлось пока оставить. После родителей брат заказник принял. Я ему помогаю. Мы здесь родились, выросли. Да. Добрый день. Извините, веселый час. Здравствуйте, Николай Андреевич. Лейтенант Косарев, ваш новый участковый. А мы тут с вашей сестрой чай пьем. Мне Геннадий Иванович, передавая дела, очень хорошо о вас отзывался. Да ну ничего особенного. Сейчас я тебе чашку принесу. Помогали, чем могли. Извините. Ну а вы, товарищ Косарев, к нам как? По делу или просто так? Поболтать, чайку попить? Я? А между прочим, вопрос, кстати. А то так бы уехал. Случайно не встречали в заказнике? 2-3 дня назад. Некто Чумаков по прозвищу Чума. Нет, не встречали такого. А что? Неделю назад в Охотоморске в рыбном порту взломали сейф и забрали всю зарплату рыбаков, 90 тысяч. Сами понимаете, сумма большая, завтра они возвращаются с Путины. А значит, не встречали. Да нет, про нового человека мне всегда сообщили бы. А вы лучше с Бакинчиком поговорите, с Даевым. Он по реке далеко плавает. С Даевым? Простите, пожалуйста, можно еще раз взглянуть? Конечно. А что за человек этот Даев? Художница. Черт его знает, человек как человек. Что, лейтенант, охота преступника поймать? Интересное лицо. Ну, еще бы звездочка. Спасибо. На погоны. Да нечего ему делать в нашей глуши, нечего.
Откровенно говоря, я так думаю. Но на всякий случай приказано проверить версию. Что номера похищены банкнот неизвестны? К сожалению, нет. Руки держите к Даеву, по правой. И по Бакинам. Да. Такой сопляк поймает когда-нибудь. Жди. Петр Лаврентьевич! Петр Лаврентьевич!
Стой! Убери. Стрельнет. Ну, чего ж ты от меня бежал, Витя? А вы кто? Ваш новый участковый. Чего такой пуганый? Чего боишься? Может, испугал кто? Вчера, позавчера, а? Витя, ты вот везде ходишь, все видишь. Я хочу тебе фотографию одного человека показать. Может, встречал на реке? Куда же она делась? Эй, ты куда? Погоди. Странный какой-то. Витя! Колупан! Черт! Thank you.
Здравствуйте, Петр Лаврентьевич. Ну что, в магазине хорошего? Прикупили дефициту? Лейтенант Косарев, ваш новый участковый. Вместо Геннадия Ивановича. А что это у вас? Новый вид двоеборья? Стрельба по движущимся мишеням. Плюс рыбная ловля. Я и гляжу катер Геннадия Ивановича, как в сказке. Плывет себе без хозяина. Ну, я его и отбуксировал. На пристани разговор был. Преступник в наших краях объявился. Я хоть и не очень-то верю, да, как говорится, береженного Бог бережет. А почему не верите? Товарищ Косарев, вы-то как милиционер должны понимать, что ему с такими деньжищами в нашем лукоморье делать? Давно он уже в каком-нибудь культурном центре. Вот там ищите. Хозяйственную, Петр Лаврентьевич. Забавные зверьки. Я уж тут с ними без вас познакомился. Внутри, товарищ лейтенант, развожу по закону. И шкурки сдаю по госцене. Еще вопросы есть? Просьба. Вот фотография. На всякий случай. Запомните личность преступника. Это на каниферме. Где ближайший телефон? У Уланова Кольки лесника.
далеко не уйдет. Я тут каждую протоку знаю. Где он? За островом. Давай на перерез. Давай, не подводи! Чумаков! Остановись, буду стрелять! Уходит. Thank you.
Таев, давай к леснику, а я в город за подмогой. Давай, милиция, двигай. До города далеко. Я ведь знал, что ты сюда придешь, Чумаков. Руки! Повернуться. Добрый день. Очень рад познакомиться. Ко мне! Лицом к дереву. Быстро! Не оглядываться. Кассу взял, понимаю. Уж такая твоя сущность. Зачем человека зарезал? Вы меня с кем-то путаете. Никого я не резал. Между прочим, не имею чем. Сам же видел. Как ты нож в воду скинул? Видел. Докажи. Может, от лягушки в воду скакнула? Их ж тут миллион. Миллионы, миллионы алых роз. Водолазы проверят, какие здесь лягушки. Деньги при нем? Были при нем, а теперь при нас. В лодку живо! Ну что, Чума, идет мне милицейская форма? Видно, идет, раз он клюнул. А, Чумаков? Кончай маскарад. Держи. Спрашивал Петр Лаврентич, почему он из охота Морска к нам побежал. Все дороги ему в направлении центров перекрыли, это верно, но не это главное. Дело в том, что в наших местах у него имелся сообщник, который лодку обеспечит и жилье, еду организует. И главное, каждую тропинку здесь знает. И знаешь, кто это? Кто? Колупан. Колупан? Витя для всех добрым был. И в страхе, что он, как говорится, доброты расколется, ты его, Чумаков, зверски убил. Интересные ты сказки рассказываешь, начальник. Ну, давай, трави, а я пока покемарю. План у него был простой. Попортил я тебе мотор, лейтенант. Ничего, починим. Простой у него был план. Забраться в берлогу, выждать. А потом Колупан выведет его на большую землю. Ты попадешь на большую землю, Чумаков, только теперь уже другим путем. У кого какой путь, этот стрелочник знает. Не понял? А ты не можешь понять. У тебя еще понималка не отросла. Ты ведь никаких слов не знаешь, кроме как «так точно», «будет исполнено», «слушаюсь». Не выучил еще, приказа не было. Салага. Ну ты язык-то попридержи. Пусть говорит Петр Лаврентьевич. У нас тут нечто вроде дискуссии получается. Да не будет никакой дискуссии, начальник, не с кем спорить. Закон один,
Я живу так, как хочу. Не равны мы, начальник? Закон для меня тоже один. И по этому закону вы, гражданин Чумаков, очень скоро ответите. Свеча. Сидите. Ладно, сейчас проверим. Сидите. Черт, нога. Поворачивай. Ах ты. Подвел я тебя, лейтенант. Идем домой. Не отставай. Thank you.
Жаль. Алло! Каслинск! Каслинск! Алло, райотдел Каслинск! Не слышно! Тихо, тихо, тихо. Терпи немножко. Сейчас. Алло, алло! Каслинск! Коля? Райотдел Каслинск! Принеси, пожалуйста, алло! Чистой воды. Коля! Алло! Докладывает лейтенант Козырев! Принеси чистой воды. Принеси, пожалуйста, воды чистой. Ну что? Николай Андреевич. Через час начнет смеркаться. Он не мог далеко уйти. Вам здесь оставаться опасно. Вы немедленно должны ехать в Каслинск. В райотделе милиции сообщите. Преступник находится в районе заказника. Вооружен. Совершил убийство сторожа конифермы Колупана. Ранен бакенщик Даев. Телефонная связь прервана. Похищенные деньги находятся у лейтенанта Косарева. Сам Косарев контролирует район, прилегающий к дому, и ожидает вертолет с группой захвата. Ну как он? Плохо. Крови много потерял. Наташа, вы должны поехать в моем катере вверх по реке. В 20 километрах живет... В 20 километрах живет фельдшер. Вы будете у него к вечеру, заночуете. И утром вместе вернетесь к нам. Утром, не раньше. За Даевым я присмотрю. Вы должны ехать немедленно, сейчас же. Не откладывай. Варяг, ну иди ко мне. Ну как там? Все в порядке. Давай в лодку. Дайте ключик. Иди сюда. Этот? Ага, затяну и вперед.
Я же тебя предупреждал сестру не трогать. Пойдешь вот этой тропой. На развилке бери правую сторону. Через 10 километров будет заимка. Пойдешь быстро, успеешь там переночевать. И чтобы больше никогда в моей жизни я тебя не видел. Слышишь? За что Витю убил? Чем он тебя помешал? Ха. Нам он помешал. Нам! Ты не понял, Колян? Не понял? Он бы завтра же заложил тебя, менту, что это ты приказал еду мне таскать, что ты лодку достать мне приказал, теперь ты понял? Я из-за тебя, можно сказать, под вышку шел. Времени у тебя не осталось, считай, совсем. Скоро я сюда из Каслинска милицию приведу. Значит, ты у мента в шестерках бегаешь, пока он там сестренкой забавляется. Ты что, Колян? Я ведь чистосердечно признаюсь, я не фраер, молчать не буду. Я же все скажу. Скажу, что встретил обвиняемого Уланова на улице. Жаловался он мне на трудную жизнь свою. Просил помочь. Я согласился. Взял его в подельщики. И всего-то за 15 штук по дешевке, Коля! Не докажешь! А мне и доказывать ничего не надо. Половину клупан на себя возьмет, остальное следствие докажет. Ты понял? Следствие докажет. Только хреново и скажу, Колян подельщик оказался. Перетрухал. Не смог все сделать, да и делов-то было всего. Встретить, принять, да спрятать потом. Ты понял теперь, Коля? Понял или нет? Не боись, долю получишь, успокоишься. Уйду я, мента на себя возьму, понял? Вставай. Поможешь, будешь жить. Не поможешь, убью. Стреляй. Мне не страшно. Это тебе страшно, что жизнь пройдет и не улыбнется. Тебе и убить-то меня страшно. Ну как, Петр Лаврентьевич? Да ничего. Не в таких штормах бывал. Семейный? Нет. Девчонка-то есть. Было.
сколько тебе? 23. А чего в милицию пошел? А что? А так, ничего. Я-то жизнь прожил. А тебе зачем такая? Вали в дом. Если пацан здесь, скажешь ему, что видел меня, что знаешь, где прячусь. В общем, пудри мозги. Главное, чтобы он из дома выкатился. Давай. А ты? За меня не волнуйся. Золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Лейтенант Косырев. А в небе голубом горит одна звезда. Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда. Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят. Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей. Снимет золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Для нашей постоянной служительницы города Рухни, много лет проработавшей на прокомбинате номер 2, не боитесь вечером один? С такими-то деньгами. Руки, Николай Андреевич. Руки. Теперь еще вопрос. Где вас ждет Чумаков? Да здесь я, начальник. Здесь. Готов. Держи, Колян. А ну, помоги. Ну? Тащи его в сарай.
хорошо. Сестра тебя сейчас не видит. Колян, шустрее. Чума, остановись! Остановись, Чума! Ты что делаешь? Чума, дом спалить захотел? Здесь же мать моя жила, Чума! Батя с войны пришел! Ну, Чума, остановись! На колени встану, Чума, слышишь? Опомнись, Чума! Я прошу тебя, Чума, не нужно этого делать, слышишь? Не нужно делать этого, я прошу тебя! Умоляю, Чума! Не надо! Не надо! Уходи, Чума. Слышишь? Я прошу тебя, уходи. Дорогу знаешь, лодку тебе дал. Уходи. Я прошу тебя, слышишь, Чума, уходи. Дом хочешь оставить? Дело хорошее. А свидетеля опять мне убирать? Все-таки, Чума, пистолет ты мой верни. Карабин за окно! Ну! Мне все одно, начальник. Где деньги? Банки где? Наверху. Пошел! Давай! Куда?
Вот и все. Погоди. Может, поделимся? А? Ты подумай, Чума. Мне ведь много-то не надо. Щенок. Поделимся, а? Ладно, кусок ты сегодня мент заработал честно. Получишь. Thank you.